бегом, погнали! Так, собралась с духом. Вот она, вот она. Вау, Кимми через фанбок в первой попытке. Брать сразу же в клуб, ведь Маруся Соловьянова свой шанс в 9 лет. Зато какая стабильность, какие трюки, на каких атак все это она делает. И там сайдвинчики с руководством упадения в сторону воды. И с такими сложными трюками в кодре тоже 360 по прямой. И еще целых времени. Ой, такой чикен оуфу. Такой, так сказать, без подпрыгивания, когда присутствует толчков, кстати, вообще практически не видел, поэтому то, что заработает накатом, это отдельный бонус, она точно уверена, что получит. One hand в квоте и 4 финальных секунды, я так полагаю, за финальный элемент вот здесь вот. 3 телевипа, едет 4 прямо по плентам на стеночку, и на этом бордвисте попытку я свою Маруся останавливаю. Какой силы, она забиралась сюда, будто бы с таким волнением, сейчас с таким облегчением.